Велосипеды на учет. В Сургутском районе начались кражи велосипедов. Лишь по официальным данным, на сегодня в поселениях похищены уже 3 двухколесных транспортных средства. Полицейские решили внести все велосипеды в районе в специальный реестр. В какую-то степень, может быть, составить какой-то реестр вот именно этих велосипедов, значит, переписать их, какая у них марка, краска, чтобы мы, в принципе, тоже владели информацией, сколько у нас подростков катается на велосипедах, и чтобы знать, если что-то где-то пропало, то кому оно принадлежит, где он проживает, чтобы мы быстрее все меры приняли к тому, чтобы найти велосипед. Инспекторы ДПС будут останавливать велосипедистов в поселениях и фиксировать приметы двухколесного транспорта, данные и адреса владельцев, которые войдут в реестр. По мнению полицейских, он позволит значительно упростить розыск угнанных велосипедов. Чаще всего злоумышленники берут у подростков велосипед прокатиться и исчезают вместе с ним, а затем бросают или разбирают на запчасти. В прошлом году в районе зарегистрировали около 20 краж такого рода. Полицейские обнаружили даже целый склад с краденными велосипедами. По словам стражи порядка, большинство этих правонарушений не раскрыто, а имущество возвращено владельцам.